Очень просто все это делается. Куры сидят в клетках и несут яйца. Все. Булат Гайзидинов решил, что держать кур самому намного выгоднее, чем постоянно гадать, насколько высоко вырастут цены на яйца в будущем. Вся система кормления и ухода за птицами полностью автоматизирована. Хозяину остается лишь подсыпать им корм раз в несколько дней. Если вспомнить там какие-то старые времена, там, ну, лет там, 10, 15, 20 назад, там, у всех там на подсобных участках были какие-то куры, что-то там делали, то, ну, в деревнях держали. Сейчас даже в деревнях не хотят держать. А на самом деле в этом ничего сложного нет. Сельское хозяйство настолько увлекло Булата, что теперь он завел и индюшек на мясо. Помимо экономической выгоды, говорит он, здесь, в этом деле, есть еще один плюс. Качество домашнего продукта точно не вызовет подозрений. Каждая курица в день несет по одному яйцу. Учитывая затраты на освещение, отопление и кормление, себестоимость одного яйца выходит в несколько раз дешевле, чем в магазине. Казанцы в большинстве своем такого же мнения. Есть возможность, нужно заводить кур, считают они. Яйца действительно дорогие, мы с удовольствием заведем сами кур. Тем более я, насколько знаю, это не очень сложно, я сама выросла в деревне. Но не буду на государство надеяться, нет, никого надеяться не буду. Как быть, Жанна, мне дать вот такое яичко, и тут стоит 10 рублей, 9 рублей, это вообще еще. Раз вот я в 9 этаж живу, я разве могу держать? Те, у кого нет возможности соорудить курятник, говорят, что яйца им придется покупать реже, ведь цены в магазинах продолжают расти. Сегодня за десяток просят до 100 рублей, а вскоре яйца могут и вовсе стать дефицитным товаром, поскольку рыночные условия выдерживают далеко не все производители. Ситуация стабильная, потому что включаются здесь и те мероприятия, которые должны привести к тому, чтобы стабилизировать цены и предпринять какие-то меры относительно нерадивых покупателей. Я имею в виду не нас, покупателей, потребителей, а тех, которые называются оптовыми покупателями и торговыми сетями. Председатель Ассоциации фермеров республики уверяет, что крупные ритейлеры получают такую же прибыль, как и фермеры, и это нечестно. Ведь те, кто занимается производством яиц, тратят намного больше сил и средств, чем те, кто в итоге продает. Но об этой проблеме до сих пор умалчивали. Но сегодня все изменилось. В Министерстве сельского хозяйства республики заявили, что о проблеме птицефабрик знают. Производители связывают такой рост себестоимости с увеличением цен на составляющие кормов, кормовые добавки и масло подсолнечное, а также с ростом цен на упаковку. Как помочь тем, чей бизнес оказался на грани разорения, специалисты Минсельхоза пока не знают. Но к рекомендациям федерального ведомства, которое предлагает производителям самим назначать цены ритейлерам, минуя интернет-торги, местные власти обещают прислушаться. Елена Кривопатри, Александр Царегородцев, телеканал «Эфир».